ешь, ешь, Бакси. Слушай. Баксик мой. Кушай, кушай. А я пойду. Пойду на море. Всем доброе утро. Время 6:20 или 6, ну то 7, 7:20 время. Иду на море. Пешком пойду. Автобусы 7 только ходят. Сейчас Баксика кормил. Ничего он это не фурчит на меня, нормально. Вечером попробую домой забрать, как он дома себя вести будет. Скворец летает или кто это? Ага. Сегодня 10 октября. Лазаревская. С праздником божественным всех христиан. Вчера поздно на море пришел. Кормил шарика. Уже темно было, это камера. В камеру ничего не было видно, я не стал выкладывать эти ролики. Марина, спасибо за донат. По улице Павла выйду. На неделю посмотрел. Будет плюс 24, плюс 25. Всю неделю солнышко будет, потом дня два там дождик нарисованный в конце недели. Поют птички как. Снова всю ночь не спал. Как с моря пришел, видео занялся, обрабатывал. Ну, вообще нету сна, нету вообще ни капельки. Знаю, что делать. Улицу Партизанскую всю заложили плиткой новой. Сейчас там асфальт подымают кое-где. Обновлять будут. Так что за поселком следят. Сейчас, тем более, всю зиму будут постоянно что-то делать.
готовиться к следующему сезону. Такие кипарисы здоровые по Павлову. Плед взял. Сейчас думаю, зачем я его взял. Мне, в принципе, шарика накормить. Что там? Да ты, кажется, сейчас плед положишь и уснешь на море. Кого? Там шарик не даст, то камни кидать, то причесать его лучше. Накормить и сразу уйти домой. Ведь позавчера я всю ночь не спал, день не спал, перетерпел. Думаю, я по-любому ночью усну. Еще я антидепрессант выпил на ночь. Вообще не уснул. Получается, вчера утром уснул в 8:17 проснулся. Сразу пошел на море, опоздал на закат, на все. Уже темно было, пришел. Вот партизанская, вот правая сторона тоже, видите, подняли. Асфальт будет ложен. Как-нибудь пройдусь отсюда. Начало партизанской, туда к восходу спущусь. Покажу этот промежуток. Плитку. Хаску на поводке ведут. Красавица. Отсюда колесо видно, вот эта улица Павлова, через мост переходишь, железнодорожный мостик там, и прямо в море уходишь, это упираешься. Я иду вправо, Трыжик мой сидит, он центровой, он постоянно в центре, либо в парке, либо здесь на перекрестке. Рыжик, ты что, не узнал меня? Ну-ка давай, встречай. Рыжик. Ну чё ты? Только не прыгай, а то у меня брюки, бляха-муха, крышка. Пошли за угол. Свернули мы на Победу. Пошли за угол. Ешь, ешь. Это Рыжик. Кушай давай. Дедушка Ленин стоит. Пойдем, Рыжик, на море. Айда, догоняй. Сбербанк. Чё это, Рыжик?
Поперхнулся, что ли? Ну вот. Слева суд. Куда? Идем, рыжичек, идем, идем, мой золотой. Налево нам, в парк. Правильно мыслишь. Не в парк, в сквер. Идем, идем, идем. Ну-ка. Шель. Тунерветер на гамоль. Хватит поливать сосны. Рыжуня. Мы свернули напрямую на Лазареву улицу идем, минуя площадь Восход. Я думаю, если вечером шарик туда не пошел к Восходу, значит его сейчас там тоже нет. Скверик вот такой здесь. Такой вот скверик. Детские площадки вон. Справа качалки. Уже с утра качается мужик там, нифига себе. Да причем в возрасте мужик. Лавочки. Видите? Урны чистые, уже пакеты новые повесили. Вот такая площадочка здесь. Вот с таким покрытием. Нормально? Нормально. Что, рыжик, скажешь? По приколу тебе площадка? Пошли на море. Море, море. Направо. Ну, с утра вот так хожу. Ничего, не холодно, нормально.